10 обстрелов с начала суток. Атаки боевиков на Донбассе не ослабевают. Противник открывает огонь из тяжелых орудий практически по всей линии соприкосновения. Украинским армейцам приходится стрелять в ответ. Тем временем Донецкая область осталась без руководителя. Вчера, напомню, Кабмин одобрил отставку Павла Жебривского. Несмотря на это, проекты помощи местному населению выполняются. Так сегодня, например, в Краматорск, а также Северодонецк прибыл настоящий гуманитарный конвой из Беларуси. Стоимость груза 80 тысяч долларов. Что в грузовиках, знают наши корреспонденты. На площади перед Донецкой облгосадминистрацией автофургон из Беларуси. Это гуманитарная помощь официального Минска жителям Донбасса. Ее привозят в Северодонецк и Краматорск уже во второй раз по согласованию президентов обеих стран. Республика Беларусь поддерживает народ Украины в столь трудное время. Поэтому разрешите мне выполнить эту приятную миссию. Самый приятный подарок это почувствуют дети 1 сентября, когда пойдут в школу. А мы, в свою очередь, желаем вам мира, добра и процветания. Удачи вам. Фургон не открывают, груз еще не растаможен. Чиновники говорят, там не только белорусские продукты, но и 200 комплектов парт и стульев для школьников. А еще 500 холодильников. За результатами доповеди донечан за 2 роки відбудовано и відремонтовано 30 шкіл. Я хотів би подякувати братньому білоруському народу за ту неоцінену допомогу, яку Республіка Білорусь здійснює, і я сподіваюся, буде здійснювати для того, щоб ми, Україна і Донецька область, зокрема, могла якнайшвидше подолати наслідки агресії Російської Федерації. Еще одним рейсом гуманитарные продукты отправятся жителям оккупированной территории Донбасса. Белорусские чиновники уверяют, все легально через международную организацию Красного Креста. А вот в отношении нелегальных перевозок Национальная гвардия применяет так называемую практику мобильных блокпостов. 2 броневика неожиданно перекрывают неприметные дороги, перехватывают контрабанду и блокируют перевозку оружия террористам. У цілях раптовості та неочікуваності місце розташування мобільного блокпосту постійно міняється за рішенням командира військової частини. Непосередньо він несе службу не більше 2 годин на одному місці і потім вже передвигається на второе, щоб неожиданно виставитися там. Стационарные бетонные блокпосты постепенно отживают свое. В течение месяца здесь их закрыли более 10. Боевики и преступники уже хорошо осведомлены о них. Геннадий Вивденко, Даниэль Косаковский, Анатолий Воробей. Подробности телеканал «Интер» из Донецкой области.